Аль-Джаббар, могущественный, обладающий силой вершить свою волю. Он Аллах, нет божества кроме Него. Он повелитель, пресвятой, дарующий мир, верный, хранитель, всевышний, могущественный, превознесенный. Хвала Аллаху! Пречист он от того, что неверные предают ему в соучастники. Гордыня и превознесение перед Всевышним Создателем есть величайшее из заблуждений людей. Причина же гордыни сокрыта в невежественных мыслях человека, считающего себя существом, независимым от воли Творца. На каком-то этапе человек начинает полагать, что некоторые его особенности и черты происходят не от Аллаха, а от него самого. Хотя подобные мысли – величайшее из невежеств. Даже немного поразмыслив, человек легко осознает, что он появился на свет не по своей собственной воле, и не знает, когда наступит конец его жизни, и что ни одна из его физиологических или душевных особенностей не дана ему согласно его собственному выбору. Перед лицом этих истин становится совершенно ясно, сколь бессмысленна и невежественна гордыня, питаемая некоторыми из упорствующих в неверии людьми к своему Создателю. Каждый из нас должен осознавать беспредельное величие Аллаха, сотворившего все сущее из небытия, помнить, что дарителем всех благ и возможностей, которыми обладают люди, является также Всевышний Аллах. Более того, человек не должен забывать ни на миг, что Аллах волен лишить каждого всех благ в любое угодное ему время. И все живые существа неизбежно смертны. Единственным абсолютно бытийствующим является лишь Аллах. И долг человека – повиноваться его воле, ибо человек был сотворен Всевышним только с этой целью. Аллах в любое угодное ему время волен принудить покориться ему сердца всех тех, кто несправедливо превозносится перед ним, не желает понимать своего совершенного бессилия перед Господом миров и отрицает знамения его.